убежденное мнение, что если вот господин Зеленский и его команда так будет вести себя, но он Украину должны, но он давно присоединит нашей страны. Украинцы наш народ, это и наша территория. Поэтому это мое мнение. Я и тогда, когда говорил, после Крыма надо забрать Киев. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. А мы, пехота, готовы выехать и выполнить приказ абсолютно без проблем. Чем отличается белорус от русского? Мало того, что это белорус, это русский со знаком качества. Русский человек – это человек, который вот не глядя рубашку рванет и пойдет. Белорус, он такой хитрее. Он так это посмотрит, но все равно рубашку рванет. А если русский пошел впереди, ну точно не остановится. У нас это не принято. Батько наш Бандера, Україна мать! Не нападаем, мы защищаем свою безопасность. Ты посмотри на эту скотину, она же вся обосранная и уже, уже на шерсти закорело все там. Повторю, наши действия это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня. Доброго вечора, ми з України. Ми готові і будемо приміняти ядерне оружие для защиты себя, для защиты своїх інтересів. І ми, як мученики, попадемо в рай. А вони просто здохнуть. Це бригада оперативна. Коли я побачив оружие, яке там є, я удивився. І стільки оружия, це прям... шокирует. Поэтому мы не хотим, и у нас нет желания воевать против Украины и против украинского народа.